8 марта. Шикарный женский весенний праздник. Мы сейчас находимся в городе Петропавловск на главной площади, чтобы подарить вам наше внимание, уют, ну а также тепло. Ну что ж, поехали! Здравствуйте. Мы бы хотели вам небольшой подарок сделать. Вот, вы бы хотели подарить данный сюрприз кому? Себе или маме? Маме. А, это ваша мама, да? Вы очень молодой, очень прекрасно. Да. Хорошо, тогда открывайте сюрприз. У вас есть выбор. Вы бы хотели взять небольшой подарок себе или маме? Маме. Маме? Хорошо, тогда открывайте. Ну, хотелось бы маме, потому что женский день. Да, можете открыть. Это подарок для вашей мамы. Правда? Да, это правда. Это вам от нас. Можно взять? Да, берите, не стесняйтесь. Спасибо. Ну, это очень замечательно. Классно. Мы очень рады. У нас прекрасный город. Я его очень люблю, наш Петропавловск. Спасибо вам. И вам спасибо огромное. Хорошо, вам дня и с наступающим праздником вас. Спасибо. Порадовать вас в этот день. Скажите, а вот кому хотели бы подарить подарок? Себе или маме, жене, может быть? Жене. Ну да, жене. Не, да? Вот открывайте нас и попробуйте. Ну, конечно. Не знаю. Берите, это вам. Точнее, вашей супруге. Спасибо. Берите, давайте. Спасибо. Хорошего дня. С наступающим 8 марта, девушки. Спасибо за подарок. Неожиданно. Привет, как тебя зовут? Мадина. Мадина, шикарное имя. У меня два сюрприза. Что ты хочешь сделать? Выбрать подарок себе или подарок маме? Маме? Шикарный выбор. Можешь открыть коробочку. Открывай. Это подарок твоей маме. Бери, бери, не стесняйся. Как тебе он? Тебе хорошего настроения чуточку, и какой подарок ты выберешь, для себя либо для мамы? Для мамы. Для мамы. Хочу передать привет своей маме. Как тебя зовут? Аю. Аю, очень приятно. Какой подарок ты выберешь? Для себя или для мамы? Для мамы. Для мамы? Точно для мамы? Мамочка? Мама, это для тебя. Для мамы. Все, нет, сын. Вы хотите, чтобы выбрали подарок себе или подарок маме? Подарок маме. Хорошо, можете открыть. Открывайте. Я держу коробку, не переживайте, можете открывать. Спасибо. Здоровья самое главное, мамулечка, тебе желаю. Всем девушкам тоже, так же женщинам, у кого есть мама, тетя, бабушка, я не знаю. Ну, всего-всего самого наилучшего, мамочка, ты не болей у меня. Желаю всем здоровья, чтобы этот праздник прошел замечательно, с хорошим настроением, счастья и здоровья всем.